я бы сказал. Бильмот ошибается. Да, надо брать из себя выход в штрафу. Удар! Гол! Это Инамото! Центральный опорный полузащитник. Игрок Арсенала и сборной Японии. Ну вот, не случайно же его взяли когда-то в Арсенал. Вильмот. В таких случаях говорят, в одни ворота забил, а в свои привез. Ну, должны были помочь его партнеры. Вот смотрите, Вильмот ошибается при передаче. И моментальный пас. И здесь Инамото крепко стоит на ногах и точно бьет. 2-1. Да, ну что же, Трусье говорил, три задачи. Первая – взять очко на этом чемпионате. Вторая задача – добиться победы. И третья задача – выйти из группы. Вот он, Трусье. 2-1 впереди сборная Японии. В 98 году всего лишь один гол был на счету сборной Японии на чемпионате мира. Угловой.